Доброго времени суток. Я решил вписаться в тренинг «Нам хорошо вдвоем», чтобы улучшить отношения в семье, изучив базовые потребности своей супруги и окружающих. Выбрал тариф, где много бонусов. За время тренинга определил базовые потребности своей супруги. Перестал давить на базовые потребности окружающих. В маятниковой войне вовремя отступаю, нахожу консенсус небазовых потребностей. Неожиданно стал различать базовые потребности у знакомых и сотрудников, которых знаю давно. Понравилось в тренинге все, и структура, и информация. То, что базовые потребности партнера нужно удовлетворять легко от избытка, для меня новинку. Теперь я буду внедрять полученные знания, благодарить супругу за мелочи, общаться с окружением, учитывая базовые потребности, уделять внимание семье, соблюдать этику, применять ассертивное поведение. Давно хотел пройти тренинги у Павла Борисовича Кулисова. И как только появился устойчивый интернет, сразу купил тренинг с бонусами, дополнительными тренингами. Параллельно с тренингом «Нам хорошо вдвоем» мы проходим тренинг по самогипнозу «Антистресс». И нам проводят курс сессии по управлению внутренним конфликтом. Мне нравится структура, когда все разложено по полочкам, поэтому я готов порекомендовать тренинги Павла Борисовича Кулисова другим, кто намерен создать долгосрочные отношения, улучшить отношения, стать счастливым. Знания, полученные на тренинге, нам хорошо вдвоем, для меня бесценны. Я благодарю Павла Борисовича Кулисова за создание тренинга. Благодарю кураторов, менеджеров, поддержку за помощь и сопровождение. Всем благ и наилучшие пожелания.